Доброго вечера. Ой, ты б***ь! Ну вы что, невменяемый что ли, мужчина? Что ж такое-то происходит? Уйди, блядь, ребенку, я опаздываю поликлинику. Почему по тротуару-то ехал? Да не уйдет он, конечно, никуда. Лучше вы уедете. Двор заезжаю, все. Нет, там надо было заезжать. Куда же вы давите? Клей наклейку, наклейку с водительской. Рот, сука, блядь. Ко мне подходить не надо. Садись, поехали, садись. Ну куда вы едете-то? Я опаздываю, блядь, сейчас прибегу. Ну вы можете не опаздывать, если вы не будете нарушать. Давай, меня вот 100 метров, блядь. А там 50 метров. Да вы не понимаете, что ли? Мужчина, сейчас вторую, вы очень долго ее будете отклеивать. Клей, клей, клей. По-хорошему не понял, да? Урод, ну, судя уйди, по всему, блядь. Вы по-хорошему не понимаете. Руки разжать не надо. Ну да, один вы у нас красивый. Смысл было всего этого. Можно было сделать так сразу же, но при этом не получить две наклейки. Мужчина, здравствуйте, здесь тротуар. Движение по тротуару у нас запрещено. Клей наклейку! Что еще раз? На разгрузку. Вы не можете двигаться по тротуару на разгрузку. У вас кратчайший и безопасный путь там. Где там? Ну, вот вы дальше потоки проезжаете, и вот там вот у вас разгрузка-погрузка. Вы же много таких машин, вот, как вы. У меня вот здесь заезд следующий. У вас заезд там дальше. Даже не этот, не этот, а, грубо говоря, ну, я не знаю, это получается первый, второй заезд. После или перед светофором. Уберите, пожалуйста, машинку. Можно так вставать, кстати. Уберите, пожалуйста, свой автомобиль. Покажите, пожалуйста, правильный пример. Спасибо. Здравствуйте, мужчина, вы на тротуаре. Вы на тротуаре. Пожалуйста, уберите свое транспортное средство. Чуть. Это микрофон. Привет. Вас это... Спасибо вам большое. Пожалуйста. Вас отлично помню по роликам. Замечательный. Просто диалог у вас вообще замечательный. Спасибо. Четкий такой, немножко как у робота. Но это супер. Я приехал куда, короче, из-за Мурзина. Ну вот этот парень, давайте, он мне вообще... Можно? Вообще замечательный, ребята. Там еще вас лысый был, мы куда-то он пропал. Мы приехали вообще издалека, ну, один день только в Питере. Хасанская, как еще улица там, объезд, Хасанская. Хасанская и Ленская. Ленская, блин, вообще даже, наверное, в Африке знают, как объехать, а местные не знают. Что еще раз? Не разгрузите, вот, видите? Куда? Нет, там разгрузки нету, есть со двора. Не, извините, я не могу бросить своих ребят. Нет. Вы что просто хотите доказать? Я просто хочу вам объяснить, я приехал на разгрузку. Вот, так. Я сейчас покажу. Смотри. Вот видишь вот это все чудо? Ну, у вас должна быть товарно-накладная при обслуживании коммерческой точки. Ребят. Ну, это просто очень большая разница. У нас также получается, каждый человек, который привозит две картонные коробки. Ребят, пропустите. И мы все должны пропускать. Я тебе не к тому, что... Я вам не к тому, что это вообще нереально. А к тому, что я приеду, разгружусь и отъеду. Все. Просто так это не запрещено ПДД. Вы говорите, мне нужно разгрузиться, при этом вы будете нарушать правила дорожного движения. Я не буду их нарушать. Нет, вы сейчас уже нарушаете. Я бы с удовольствием. Я хочу подъехать. Ну, тротуар, как вы подъедете? Я подъехать хочу. Ну, вы не правы. Ну, подождите. Подождите. Я вам можно расскажу? Можно я скажу сначала? Конечно. У меня здесь работает друг. Я привез ему телевизоры. Я могу их показать вам. Какая разница? Вы едете по тротуару. По тротуару запрещено ехать. Если это не... Вы знаете правила? Если это не к месту разгрузки, это запрещено. У вас есть накладная есть какая-то? Нету. Вы нарушаете правила. Накладной у вас нету. Вам помочь телевизор донести? Да. Помочь? Да. Давайте помогу. Стикер клеим. Склеим. Что вам надо? Что вам надо? Пошел детей, чтобы... Погоди его. Так надо сказать. Так надо сказать. Так нужно остановить машину сначала. Что творится в головах таких людей, я не очень понимаю. Нужно убрать свое транспортное средство.
по тротуару люди ходят пешком, а не ездят. Да. Снимаете на каком основании? Что? Снимаете на каком основании? На своем основании. Такой. Есть гражданский кодекс, статья 152.1. Можете ознакомиться. Что? Что произошло на ветеранах? Вы о чем? Я не понял, вы сейчас что-то хотите сделать, угрожаете, героем себя почувствовали? Ну вот вы что-то пытаетесь там предъявить. Я вас не понимаю, вы будете убирать свое транспортное средство? Я вас плохо слышу. Вот если сейчас машина у вас не уедет отсюда, вы получите стикер на стекло. И наш диалог на этом закончится. Ребят, клеим. А почему не сейчас? А чай Мерс? У нас пошли. Да, что у нас? Чай Мерс. Ну вы же не пили. Так мы не себе плюли. Ну а зачем это? Твое имущество. Это имущество заехало на тротуар. Где тротуар? Это тротуар. Ты великом тоже будешь клеить? Причем тут велосипед? Во-первых, смотри, велосипедист имеет право двигаться по тротуару, если нет обособленной велодорожки. Зачем? Зачем просто? Потому что я подошел, человеку сказал, здравствуйте, вы заехали на тротуар, пожалуйста, уберите свой транспортное средство. Человек начал чего-то там, говорит, что ломили нам, где, на ветеранах или на дачном, какие-то вот угрозы. Вы здесь стоите, хорошо, да, энного времени, уйдете вы отсюда, ну что поменяется, люди также будут проезжать. Не все. Не вы все. Это делаете, грубо говоря, для какого-то пиара. Да вот так вот, не все. Вот Мерседес стоит, да, сколько он, ну, лям 700 стоит, думаете, ему не по. Какая не, вы, не все равно ли на эту наклейку? Ему же все равно, согласитесь. Правильно? Но он помучается. Ну все равно же ему. Есть, например, такой адрес, как Зольная улица. Мы туда давно уже не ездим, потому что мы, по сути, ну, победили. Знаете, те, почему? Кто объезжает вот. Там пробку. А если вы ушли оттуда, там если опять я завтра туда приеду и мы вам не на почту туда видео, приезжали, и за час всего лишь две машины. Когда раньше там целая пробка на тротуаре скапливалась. Потому что, понимаете, люди же не все богатые. Не у каждого же тот же самый Мерседес. Какая разница, какая стоимость большая автомобиля? Большая разница. Без разницы. Большая разница. Без разницы. Большая разница. Без разницы. Посмотри, тебе, тоже тебе же все тебе равно. Вот согласись, тебе что? Ты блядь на это наклеил. Ты пойдешь ее снимешь, правильно? Тебе тоже наклеишь? Не, не наклеишь. Я просто так поприкол. Ну, слушай, дальше. Да какая разница такой машины? Вообще им заняться просто нечем. Стоим, что работает? Кстати, кто хочет на работу устроиться, могу устроиться. Ехать на водителем обзор, так закрывайте. Вы же создаете тем самым аварийную ситуацию. Есть обязанность водителя. Написано в ПДД. Прежде чем начать движение, он должен убедиться в исправности своего транспортного средства. В том числе, если есть какое-то нарушение в данном случае на водительском, на лобовом ветровом стекле, подожди, какой-то загрязнитель, он понял. Должен его удалить. Ты можешь самостоятельно. Без проблем дальше поговорить, что получить. Просто с учем, ты сейчас просто человеку на его имущество наклеил. Ну честно, сделал бы ты это мне, пойдем. Что человека предупредили. Если вы попробовали применить ко мне какую-то физическую силу, поверьте, без ответа это бы не осталось. А что будет? Какую силу еще раз? Я вот человеку сказал, так. Если он применит ко мне физическую силу, без ответа это не останется. А что будет? Парикмахерские предприятия опять? Опять там, вызывайте полицию, да, давайте, ребята, что, вспомнил, что ли? А тут это делал, видишь, что забыл все это. Ой, ребята, да. Я был на дачном проспекте. Ой, я вспомнил. Знаю. Я верю, что вы. Ладно, счастливо, ребята, давайте. Работайте. Работайте, братья.